Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 103, упражнение номер 13. Чтобы рассадить учеников трех классов, в каждом из которых по 24 ученика, так, чтобы для каждого ученика был свой стул, хватит 70 стульев. Давайте мы сначала выясним, сколько учеников в трех классах. Для этого мы 24 умножим на 3. 20 на 3 – это 60, и 4 на 3 – 12. 60 и 12 получается 72. Значит, у нас 72 ученика, а стульев только 70. Поэтому каждому ученику стула не хватит. 2 ученика останется без стульев. Значит, данное высказывание является неверным. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.